А я бы хотела рассказать только об одном, наверное, из вот перечисленного. Это патриотический урок. Мы выбрали такую форму, как посещение кладбищ. Не только с уборкой. Уборка – это первый этап, когда мы убираем те захоронения с ребятами, которые уже заброшены, чьи родственники уже, к сожалению, не могут посещать захоронения. А также мы посещаем захоронения людей, таких людей, как герой Советского Союза, герой кавалера орденов славы и так далее. То есть тех людей, которые награждены были теми или иными знаками отличия, медалями и орденами. Это происходит во всех территориях, во всех муниципальных образованиях. А затем ребята посещают эти могилы не просто одни сами, они посещают, как правило, это с ветеранами, с представителями ветеранских организаций, которые имеют информацию о людях, которые захоронены. И затем эти могилы снимаются координаты, и они находятся на всероссийский наносятся на всероссийский портал, на котором уже есть координаты всех мемориалов, всех памятников. Ну и вот сейчас предстоит большая работа по тому, чтобы нанести могилы героев именно на всероссийскую информационную карту. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».